Прошел открытый чемпионат Павлодарской области по плаванию среди людей с особыми потребностями. Свыше 60 спортсменов-любителей приняли участие в соревновании. В 2022 году это первые большие соревнования и возможность показать свои навыки. Десятки участников с трех городов области. Все они сегодня настроены на победу. Сегодняшние соревнования у нас проводятся областные. Здесь участвуют люди с ограниченными возможностями спода, зрения и слух. Предполагаемое участие 60 человек. Ну, плюс-минус, может быть, там перемены смотреть. Заявку подали три города. Это город Павлодар, город Икибастуз и город Аксу. Областные соревнования – это не только возможность показать результаты усердных тренировок, но и встретиться с друзьями из других городов. Иногда встречаемся же. Вот, получается, городских их нету, а в областных все собираемся. Ну, делимся впечатлениями. Кто-то, вот, например, с протезами не так. Я им помогаю, они мне помогают. Что-то общее, что-то еще. Ну, когда встреча это, мы не считаем себя инвалидами, честно говоря. Просто общение это большую роль играет. Даурен Сериков преуспевает в нескольких видах спорта – и тэквондо, и настольный теннис. Но вот плавание все равно остается одним из самых любимых. Я занимаюсь уже седьмой год плаванием. Заплыв 50 метров. Хороший настрой. Надеюсь, первое место. Уже 11 лет Лаура занимается плаванием. Говорит, что посещает тренировки каждый день и уже не представляет свою жизнь без этого спорта. Я заплываю на двух дистанциях. Это 50 метров кролем и 50 метров спина. Настрой хороший. Да, это только первое место. Участники заплывали на дистанцию 25 и 50 метров. Все спортсмены были поделены на 12 категорий. Лучшие из лучших уже в марте отправятся на республиканские соревнования. Кристина Каспирович, Алексей Мехедов, РТС Ахпарат.